Какое будущее ждет промышленный комплекс Башкортостана? Каков потенциал? Что стимулирует и сдерживает развитие отрасли? Этим вопросом будет посвящена деловая программа форума. Реальная площадка для того, чтобы мы смогли построить очередную систему координат для того, чтобы дальше правильно определить нашу траекторию развития. Одними из главных тем станут кибербезопасность и цифровизация промышленности. Глобального такого или четкого понимания, что такое цифровизация в промышленности, у наших коллег пока нет. Может быть, мы найдем какой-то свой, совершенно отличный от остального мира путь, не в рамках догоняющих, как обычно, а в рамках, так сказать, законодателей. С каждым годом форум становится все более популярным. В специализированных выставках примут участие компании из 18 регионов. 52% участников в этом году – это из других регионов. Это означает заинтересованность в городе Уфе и в Республике Башкортостан. Форум станет зрелищным событием. Посетители смогут увидеть промышленное оборудование и станки в работе.